Друзья, всем большой привет! На связи с вами Артём Витальевич. Вы находитесь в начале своего процесса обучения. И, скорее всего, ты испытываешь трудности. Тебя пугает сам факт того, что тебе нужно учиться, нужно постигать что-то новое. Почему я записываю этот ролик на фоне костра, на фоне огня? Как ты думаешь? На самом деле, весь процесс обучения можно сравнить с тем, как мы разводим огонь. Разводил ли ты когда-нибудь огонь? Ты ведь всегда чувствовал, что вот в начале это самый сложный момент. Ты берешь какие-то идеальные маленькие стружечки, веточки, находишь бересту, все это аккуратно складываешь, поджигаешь. Тут вдруг ветер дует или вода, какие-нибудь капли дождя, и он крайне нестабилен. Очень тяжело развести в начале огонь. Но потом, когда он становится стабильным, ты берешь, подкладываешь деревяшечки, раз подкинул, вторую, давайте вот так, раз, вторую, третью, и он горит. Даже самая какая-нибудь мокрая деревяха, если все сюда положить, она вспыхнет. Вот то же самое происходит и в процессе обучения. Когда ты начинаешь учить новый предмет, ты испытываешь как раз большие трудности, ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно учить то, что ты никогда не изучал. Такой, вау, решать задачи по физике, господи! Как страшно, но пройдет немного времени, самый сложный этап именно сейчас, когда тебе нужно чуть-чуть перетерпеть, а дальше любая задача по физике, ты просто ее бросаешь в топку, и она сгорает, потому что твой мозг — это как вот этот вот жесткий огонь, который просто может уничтожать любую задачу. Поэтому, дружище, я верю в тебя, если ты чуть-чуть еще приложишь сил, не бойся прям вот трудности, которые вот сейчас ты видишь. Дальше тебе будет по кайфу, ты будешь просто кайфовать и от решения задач, и самое главное, от самого процесса обучения. Ты думаешь, ты первый, кто сталкиваешься с такими трудностями? Нет, но поверь, если ты сейчас не сдашься, то в конце ты увидишь просто пушка результат. На связи был Артём Витальевич. Я в тебя верю. Пока.